Форум «Беларусь – гэта мы» збирая креативную молодь во всех регионах страны. Нарешті масштабное мероприемство отбылося у Гомеле. Сотни проектов, доброчинные акции, волонтерство. Форум показал все самые свежие и конструктивные инициативы молодых людей. О перспективах развития молодежного руху в области доведаліся наши корреспонденты. Корыстная высокородная справа – выдатный способ увековечить такую подею. Удельники молодежного форума посадили побач с палацем легкой атлетики древы. 22 древы уособляют районы в области и город Гомель. На их стужечки с пожаданиями своей краине. Это дерево, мы сегодня садим дерево, это значит процветание, мир, да, то есть это символично довольно, да, для того, чтобы наша страна и в дальнейшем процветала. Серьезное питание и святочная митусня, сучасность и традиции. Молодежный форум у Гомеля сапраўды объединял себе многое. Для каждого его удельника это долгочаканная подея. Зарад натхнення, встреча с однодумцами и способ заявить об своей громадянской позиции. Молодежный форум сегодня – это то место для общения, где можно обсудить актуальные вопросы, которые волнуют современную молодежь. Голос молодых сейчас особенно важен. Молодежный форум – это такая большая площадка, где можно проявить себя, проявить свою значимость, свою инициативу, дать какой-то толчок не только одному какому-то человеку, а сразу же большому проекту, и это очень важно. Свои думки на кон дальнейшего развития краины молодые и активные выказывали на одной из головных пляцовок форуму. Подчас открытого диалогу «Беларусь – гэта мы». Молодежный парламент Гомельского района выказал актуальную для студентов пропанову – резервовать на предприемствах працовные места для молодых специалистов. Тут же и пытание достойной зарплаты для выпускников и молодых специалистов. И цікавое меркование. На практику будущих специалистов варто частей отправлять у районы. Тады размеркование не по месцы в учебы не полохае. Яны уже ведают, что у районах часто и зарплата выше, и жилье предоставляется. Мы затрагивали вопрос распределения, что, допустим, молодые специалисты проходят практику в городе, а в дальнейшем потом распределяются на район. И не хотят идти на район, потому что практику проходили в городе. Почему бы не делать практику на районе? Вообще для молодых специалистов это важно. Пробовать везде себя во всех начинаниях. То есть практика на районе, практика в городе. На районе зарплаты повыше. Многие специалисты, перейдя на район, уже не хотят возвращаться в город, потому что говорят, вау, нам здесь и квартиру предоставили, и зарплата выше, и какое-то пособие. Каб достойно развивать краину, треба прислуховываться до меркования кожного ее громадянина. А чуть голосы молодых, значит ведать, об чем марить новое поколение и будовать будущее у отповедности с гэтым. Вы знаете, что я работал раньше в регионе, и я периодически проводил такие встречи с молодежью. Мы собирали аналогичные площадки у себя, и много таких вещей, начиная от благоустройства, кончая развитием каких-то предприятий, каких-то предложений по жизни региону, молодежь предлагала. Это нормальный диалог, и есть алгоритм, как можно пообщаться с органами власти. Палац легкой атлетики не только головное место свята, але и эпицентр свежих идей. Тут представили актуальные инициативы молоди Гомельской области. У их лику интерактивная пляцовка, присвеченная студотрадовскому руху. Для юнаков и дзяўчат белорусские студентские отрады – реальный способ принести корысть своей краине. Активисты БРСМ имкнутся познакомить с рухом, як мага больш молодых людей, у тым лику с допомогой гульняв. У нас представлена здесь игра «ДНК строки». Это игра, на которой изображены все элементы, либо относящиеся к атомной электростанции, либо к строке. Еще один важный пункт – волонтерство. Сярод молоди Гомельшины сапраўды шмат тых, кто лечит своим обовязкам допомагать усім, кто мае у гэтым потребу. Мы занимаемся благотворительностью. У нас вообще волонтерский отряд «Доброе сердце». Мы занимаемся не только, например, пожертвованием, благотворительным собиранием денег, но и, например, всякими концертами, спортивными, массовыми мероприятиями. Концертная программа цалком отповедала размаху форуму. Кераўніцтва в области не покинуло его без уваги. У своем видеозвороте Геннадий Соловей отзначил: «Подтрымка молодого поколения – одна из першочарговых задач». У нас в генах заложено заботиться о своих детях, сколько бы лет им ни было. Чтобы вы были здоровы, мы практически ежеквартально открываем спортивные объекты, строим и ремонтируем медицинские учреждения, ежегодно закладываем новые дома, многоквартирные и индивидуальные, открываем садики и школы. Со сцены у гэты вечер говорили про важность захования миру и сгоды на нашей земле, необходимости шановать то, что маешь. Вспомнили про подвиг солдат Великой Айчинной войны, выказали самые широе слово любови до своей родимы. Финал масштабного свята не меньше грандиозный. Шесть солдат с державным флагом и выезд байкеров на манеж – кульминация усяго вечера. Молодь Гомель
Гомельщини креативная и метанакированная. Яна хочет для родной земли миру и процветания, імкнеться принести ей користь. Фраза «Беларусь гэта мы» для ее больше, чем просто лозунг. Форум у Гомеля тому подтверждение. Миколай Скинтиян, Марина Северянова, Валерий Гапанько, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».